наша программа продолжается. Сегодня в Екатеринбурге открывается выставка под названием «У победы соленый вкус». Она рассказывает истории солдат-евреев, служивших в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. И сегодня у нас в гостях директор Екатеринбургского еврейского культурного центра «Минараик» Ирина Ароновна Гудкина и куратор выставки Евгения Саш. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, первый вопрос, конечно, который всех волнует, что это за выставка? Выставка это называется «У победы соленый вкус». И эта выставка оказалась здесь, в Екатеринбурге, потому что мы долго искали ее. Мы искали какую-то такую выставку, которая расскажет вот про обычные судьбы солдат. И, естественно, мы как еврейский культурный центр, нам было важно показать, что вот эти солдаты-евреи, которые воевали, и которые не знали, что происходит с их близкими, находящимися, как правило, на оккупированных территориях, они внесли такой же вклад в победу, как и все народы Советского Союза. Мы нашли эту выставку в Израиле, в институте Яд Вашем, который занимается изучением истории Холокоста. Евгения, скажите, а какие еще мероприятия планируются в рамках открытия выставки? Будет что-то для ветеранов, для детей, для взрослых? Да, на этой выставке у нас, конечно, будет торжественное открытие, на которое приглашен мэр города. Затем у нас будет Семен Исакович Спектр, наш уважаемый самый ветеран. И у нас приглашены ветераны, немногочисленные, конечно, ветераны, которых мы с пиететом ждем и пригласили их с пиететом. Будет молодежь приглашена и культурная, интеллигентная часть нашего города. Но на самом деле эта выставка, конечно, открыта для всех. И это я подчеркиваю, потому что она имеет символическое значение. Мне кажется, что посещение этой выставки, знаете, это дань памяти. Скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, на выставке представлены не только истории солдат Красной Армии, но также какие-то письменные свидетельства, которые посвящены жизни узников концлагерей. Да, жизни узников. И это очень важно, потому что тогда, когда ты читаешь эти свидетельства, получается, что ты общаешься один на один. И я больше скажу. Дело в том, что я была в этом музее в Иерусалиме, в Израиле, Яд Вашем. Это огромный мемориальный комплекс. Вы знаете, мы там были с мужем, и мы там пробыли 4 часа. И когда мы с мужем вышли из этого музея, мы, наверное, минут 40 или час не могли даже друг с другом разговаривать. Потому что впечатление было настолько сильным, насколько это возможно для людей, которые, к счастью, не принимали участие в этих трагических событиях, но которые умеют сочувствовать, сопереживать, соучаствовать. И эта выставка – это маленький кусочек этого музея, который приехал к нам из Израиля в Екатеринбург. Ну что ж, мы благодарим наших замечательных гостей. У нас в гостях сегодня были директор Екатеринбургского еврейского культурного центра «Минараик» Ирина Ароновна Гудкина и куратор выставки «У победы соленый вкус» Евгения Саш. Напоминаем, что экспозиция откроется уже сегодня в галерее Навайнера 16, продлится до 12 мая. Вход на выставку совершенно бесплатный, так что собирайтесь. Ну а мы прямо сейчас предлагаем узнать последние новости Екатеринбурга и Свердловской области. События на очереди.